Книга протоиерея Геннадия Фаста «В Бога богатейте. Проповеди. 2020 год. Страшный суд». Матфея, 25 глава, 31-46 стихи. Сегодняшняя тема и сегодняшнее чтение, которое Церковь предлагает нам перед Великим постом, столь величественны и страшны, что нелегко к этому и приступить. Сегодня день о страшном суде. Страшным судом, судным днем или тем днем завершается эта история, завершается жизнь земли, а за порогом этого дня вечность. Сегодня рассказать о том, как это все будет, нам просто невозможно. Об этом и сам Господь сказал в образе некой притчи, которую мы слышали сейчас из евангельского чтения. Об этом говорили пророки Иоиль, Даниил, апостол Иоанн Богослов. Вот как об этом пишет пророк Даниил. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Даниила, 7 глава, 9-10 стихи. Весь мир и каждый человек предстоят пред этим белым престолом, пред ветхим днями, пред этими судьями, которые открыли книги для того, чтобы совершить суд. Что значит суд Божий? Кто нас и что нас будет судить? Бог. О нем можно очень много говорить, а лучше не говорить ничего. И, тем не менее, помни день судный, говорят святые отцы, и нам надо знать, пред чем мы предстанем. Мы предстанем пред святостью и любовью Божией. Обычно думается, что перед гневом, яростью Божией, и тогда страшно, однако страшнее предстать пред святостью Божией. Если что-нибудь и страшно, то это. Ученые на солнце заметили темные пятна. А в Боге все абсолютно свято, и темных пятен в нем нет. Темные пятна – это мы. И вот нам надлежит предстать пред святостью Божией. Этот суд не только отнесен на последний день, этот суд идет уже сейчас. Об этом говорит святой Иоанн Златоуст. Он отмечает, что много от чего можно уйти. Мы можем уйти сейчас здесь на земле от земного суда, от полиции, от оперативника, разыскивающего нас. Мы можем с вами уйти от наказания, но от чего мы не можем уйти, это от самого себя. Куда бы мы ни ушли, где бы мы ни спрятались, это всегда будем мы. Это буду я. Святой Иоанн Златоуст говорил, что страшный суд – это суд Божий, который Он вложил внутрь нас, а от себя не уйти. Божий суд уже идет. Святость Божия живет внутри нас. Она свидетельствует о себе, в первую очередь, через нашу совесть. Наша совесть. Это, может быть, и есть самое неприятное, с чем мы имеем дело. От судей земных, как мы уже с вами сказали, можно сбежать, укрыться. Людей можно вести в заблуждение. Можно себя вести прилично по этикету, и все будут думать, что мы хорошие. Но куда уйти от себя самого? Святость Божия внутрь нас есть, и она не дает нам покоя.
Я могу предстать пред человеком, я могу предстать пред людским мнением, может быть, даже перед общественным мнением. Оно будет хорошее или плохое, или никакое. Я могу предстать пред людьми, с которыми рядом вместе живу. Перед самим собой. Что ж, сам себя я всячески пытаюсь выгородить и оправдать. Но есть что-то внутри меня, что не я. Если бы внутри меня был только я, то тогда жить еще можно. Сам с собой я как-нибудь разберусь, но внутри меня есть не я. Внутри меня есть Божья святость, и мне бывает с ней так неудобно. Вот жил бы себе по своему мнению, по своему хотению, по своему расположению, по своему мировоззрению. А нет! Откуда она, эта Божья святость? Неизвестно, когда и как зашевелился совести червяк. Суд Божий – один из его образов. Червь неумирающий. Он уже шевелится в нас и никогда не успокоится. Святость Божья и я. Нравится это мне или не нравится, это есть. И суд Божий уже идет. Сейчас, знаете, как при покойниках зеркало. Что с ним делают? Занавешивают. Тогда ничто не видно. Ничего. Сейчас мы пытаемся на нашу совесть набросить некую непрозрачную ткань. Это мое собственное мнение о себе самом. Мы подбираем эту ткань, такую плотную, непрозрачную. Все как в похоронный день. Да, здесь иногда нам с этим червяком удается на некоторое время как-то справиться. Это зеркало можно закрыть, и тогда себя не видно. Этого червячка можно приглушить. А вот когда мы подойдем к завершению своего пути, то мы в судный день узрим святость Божию, такую, как она есть. И вот эта святость Божия, она внутри нас есть. Не так будет в тот день. Сидит некий судья и выносит по нашему поводу приговор. И как бывает на судах, подсудимые иногда вообще не признают своей вины, иногда только частично. Приговору судьи чаще всего приходится подчиняться, но на него ропщут внутренне, не приемлют, слишком много, дескать, дали и вообще несправедливо и так далее. Бог будет судить не так. У пророка Даниила говорится о разогнутых книгах. Это все образы одного и того же. Мы эти книги пытаемся закрыть на хороший такой замок. А вот они раскроются, и это наша совесть. Бумага – это Божья святость. И вот что в жизни нашей совесть писала на бумаге Божьей святости, то и будет раскрываться внутри нас. Это не будет приговор извне, о котором мы будем думать. Ну-ка, что там про меня сейчас скажут, что мне там определят? Святость Божия внутри меня, и я буду один на один пред ней. Раскроется эта книга. Самого жестокого судью потерпел бы, но, представ пред лицом Божьим святости, это чересчур. А мы с вами с ней насквозь срослись. Мы с вами с ней на свет появились. Мы еще только родились, а святость Божья уже была внутри нас заложена. Она не что-то чуждое нам. Она не что-то, без чего мы жили. И вот там мы пред ней предстанем. Это суд Божий. Нравится ли нам святой Бог? Наверное, скажут, да, конечно, это же хорошо. Вот бывают же злодеи и правители, так это плохо. Хорошо, что у нас святой Бог. А предстать пред ним? Вот был такой случай. Деяния святых апостолов, 6-7 главы. Это было еще на заре истории христианской церкви. Только-только появились первые верующие во Христа Иисуса.
Апостолы все еще живы, никто из Иерусалима не ушел. Там, в Иерусалиме, все проповедовали. Только-только начали как-то устраивать свою общину, решили учинить чин диаконский. 7 человек поставили в диаконы. И один из них первенствующий, а по возрасту может быть юнейший, Стефан. И этот Стефан с великой силой в Святом Духе свидетельствовал о Христе пред членами синагоги. Там было тогда 3 разные синагоги. Синагога либертинцев, римских вольноотпущенников, Александрийская, Египетская и Киликийская из Азии. В этой последней синагоге как раз и был молодой человек Савл. И вот Стефан перед ними свидетельствовал. Это свидетельство раздражало. Почему-то думали, что он против святого места, против храма, и что закон, данный Моисею, теперь будет изменен. Представьте сейчас, если о ком-то бы сказали, что он против храма, и что Евангелие будет изменено, и каково будет наше отношение. Вот такое отношение было и у тех людей. Стефан же, наоборот, проповедует о том, ради чего это святое место и ради чего закон вообще были даны. Когда Стефана повлекли на суд, заметьте, интересная ситуация, он на суде судит Синедрион. Синедрион – духовная власть. Это были практически те же самые лица, перед которыми стоял и Господь наш Иисус. Ведь прошло еще совсем немного времени. Не мог еще Синедрион весьма измениться в своем составе. И вот Стефан стоит пред ними и перед членами этих синагог, которые смотрят на него и видят лицо его как ангела. Когда изображают Стефана, у него действительно лицо как у ангела. Он был избран еще юношей. Он весь был похож на ангела Божия. Но здесь этот ангельский лик был не юношеской красотой, а это была Божья святость. Устами Стефана эта Божья святость обличала членов Синедриона. Внешний Синедрион судил Стефана, а внутренний Стефан судил Синедрион. Точнее, святость Божия, которая была в Стефане, она осуждала, обличала их. И что? И сказано, они рвали сердца и скрежетали зубами. Это были вообще-то воспитанные, почтенные люди, власти придержащие. Казалось бы, они судьи, а перед ними подсудимый. Но внутренне все было наоборот. Они стояли пред святостью Божией. Они, которые всю жизнь проповедовали ее. Они, которые стремились осуществлять ее в своей жизни. И вот, когда эта святость Божия явилась им воочию, они рвали сердца и скрежетали зубами. О страшном суде мы знаем, что тогда иные будут брошены во тьму, и там будет плач и скрежет зубов. Вот это и случилось тогда с судьями святого Стефана. Нам иногда кажется, как несчастны будут осужденные на суде Божьем. Они будут оплакивать свою печальную участь, им будет так плохо, что будут зубами скрежетать. Каков будет плач и скрежет зубов? Он будет подобен тому, как тогда члены Синедриона рвали сердца. Им было дико и противно то, что говорил Стефан. Почему? Потому что у них была совесть. И она им говорила, он абсолютно прав. Он обличал их за то, что они поступили не так, как что они распяли Иисуса из Назарета, и они злобно рвали сердца. Вот это и есть тот плач. Не думайте, что в аду будет плач, о котором говорится «блаженны плачущие». Нет, это будет разрывание сердец, духовный инфаркт. Члены Синедриона от злобы и ярости скрежетали зубами. Дальше уже весь чин суда был нарушен. Дальше они уже вели себя не как судьи, а как разбойники. Они схватили этого молодого человека, выволокли его за город в Кедронскую долину и там закидали камнями. Суд над Стефаном и то, что будет в судный день, одно и то же.
только поменяются ролями в полномочиях. Но и там стояние пред святостью Божией. Казалось бы, святость Божия должна нас привлечь, а мы рвем сердца и скрежещем зубами. Вот суд Божий. Только тогда судьи вытащили Стефана, вытянули его за город и закидали камнями, а там будет наоборот. Они будут извергнуты из града небесного и ввержены во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Свое тянется к своему. Если человек полюбил святость, тогда он томится от ее недостатка, видя в себе свои несовершенства и прегрешения. От этого источаются слезы, те самые, которые блаженны. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Как они утешатся? Когда они увидят святость Божью, то свое потянется к своему. Вот суд Божий. Таково наше представление пред Божьей святостью. Если Божья святость есть та ценность и драгоценность, то сокровище, к которому прилеплено наше сердце, то представь, пред святостью Божией мы узнаем свое родное, искомое, бесконечно дорогое, желанное и любимое. И это воссоединит навеки вечные. На суде Божьем мы предстанем не только пред святостью Божией, но еще и пред любовью Божией. Хорошо. Кто против быть пред любовью Божией? Казалось бы, и правда. Разве может быть такое, чтобы кто-нибудь не хотел, чтобы его любили? И вот нас ведут к любви Божией. Так это же хорошо. Если бы все было так просто. Как ни странно, но любовь почему-то не всегда желанна. Даже светские барды о чем с грустью и печально часто складывают свои песни. Они поют о неразделенной любви. Любят, а ответа нет. Неразделенная любовь. На суде Божьем мы предстанем пред Божью любовью. Бог – это бесконечная любовь. В прошлое воскресенье мы слышали о том, каков наш Отец, какова Божья любовь к нам. И что? Давайте сегодня как бы со стороны немного глянем. Мы видим бесконечную любовь в глазах Божьих. Теперь посмотрим на тех, кто пред Богом. Безразличие, холод. Бог любит. Ну и что? Безразличие. Вот это суд Божий. С одной стороны Божья любовь, с другой стороны пустой взгляд, в котором никакой живинки, никакого отблеска этой любви Божией. Полное безразличие. А я что? Я ничего плохого не делал. Исповедаться раз в месяц? Да что я там говорить должен? У меня все нормально. Бог? Я против него никогда ничего не делал. Безразличие пред любовью Божией. Как это тяжело. А где тот бард? Кстати, он нашелся. Давидом его зовут. Почитайте псалмы. Пропойте их, как умеете. Сколько там этой безответной любви. Сколько Божьей любви, которая не нашла отклик в человеческом сердце. Вот это и есть страшный суд. Не то, что кто-то нас там побить хочет, а вот это, нами, неразделенная Божья любовь. А от Божьей любви деваться некуда. Она внутри нас есть. Мы же к ней безразличны. Это и есть Божий суд. Бывает и не только нелюбовь. Я недавно посмотрел дискуссию, даже как-то не ожидал, что такое в наше время есть. Дискуссия, в которой с одной стороны были представители атеизма, а с другой говорил с ними один из известных священников. Казалось бы, это уже ушло в прошлое. Конечно, что-нибудь новое на эту тему не тот, не те другие, естественно, сказать не могли. Говорено, переговорено, уже все это. Но я смотрел на лица, сколько было ядовитой ненависти к Богу.
и к церкви. Правда, против Бога как-то тушевались говорить в открытую, хотя именно это в первую очередь и сквозило. А мишенью была церковь с ее недостойными служителями. О, тут-то уж и шел поп по базару, тут-то есть что про вас рассказать. Это было страшно. Откуда эта ненависть к тому, кто их любит? Но если сегодня нам дана такая свобода, и мы можем постоять и покуражиться, то там этого не будет. Там один на один наше сердце, не ответившее любви Божией взаимностью, предстанет пред ней. Там мы увидим не дикий яростный взгляд Бога, а взгляд бесконечно исполненный любовью. Как откликнется на это сердце, жаждущее любви Божией? И как страшно будет сердцу безразличному, а тем более исполненному ненависти. Как это может происходить? Как у святости мы видели земной образ в лице Стефана, стоящего пред Синедрионом, так и здесь есть подобный образ. Мы с вами поднимемся на Голгофу. В тот самый день, который тоже называется страшным, у нас два дня называются страшными. Страшный суд и страшная пятница. В ту страшную пятницу, там на Голгофе на кресте висел Христос. Вися на кресте, он молился Небесному Отцу: «Отче, прости им». Кому? Тем, кто меня распял. Прости им, ибо они не знают, что творят. Это была распятая Божия любовь. Вот страшный суд. В этой жизни и в тот день то же самое. Но бывают, знаете, репетиции. На репетиции то же самое, что и в назначенный день. Здесь на земле мы репетируем. Рядом со Христом было два распятых. Оба были разбойники. Оба были из неблагополучных, оба были из преступных, один уже и сам обреченный на смерть висит слева от Христа. С одной стороны, что ему до Христа? А ему есть до него нечто. Почему-то Христос сильно его раздражает. Неканоническое Евангелие от Никодима называет его имя Гестас I. И вот хочется по имени к нему обратиться. Гестас, что тебе? А он: если распятый есть Сын Божий, то пусть сходит с креста. Еще и здесь надо поиздеваться. Таково сердце человека, так близко бывшего к любви Божией. Ведь нет больше любви, как если кто жизнь свою отдаст за други своя. А распятый Христос умирал и за други, и за враги. Там, на Голгофе, была кульминация всей истории любви. Много у нас про любовь писали и говорили, много пели, но высший момент был там, на Голгофе. Вот этот человек Гестас находился так рядом, с самым высоким проявлением любви. Больше быть не может. И глумится. Вот страшный суд Божией любви. Левая перекладинка на кресте Господа направлена вниз, указывая, куда низвергнут был хуливший разбойник. Он был слева, как в Евангелии мы слышали о козлищах, которых Господь поставил слева. Вот это был один из тех козлищ. Упрямый, упертый, непробиваемый, ни мало, ни много, а самой Божией любовью. А справа тоже бандит, тоже разбойник. Однако его сердце встрепенулось, вздрогнуло и открылось. Так вот оно то, что я всю жизнь искал. Я свою жизнь так никчемно провел. Я так много зла сделал в жизни.
Может быть, оттого я этого зла прибавлял все больше и больше, что не мог найти то, чего искало мое сердце. И, наконец, нашел распятая Божья любовь. Помяни меня, вспомни меня, Господи, когда придешь во Царствие свое. Вспомни, как мы рядом на крестах висели в тот судный день. И слышит: сегодня же будешь со мною в раю. Вот она, овца, которая по правую сторону, правая перекладинка креста Господня, направлена вверх, указывая направление, куда взошла эта душа. Два человека находились в одних одинаковых условиях и согрешили одинаковым образом. По гражданскому юридическому суду одинаковые преступления, одинаковые наказания, но какие разные сердца. Сердце, которое чувствует Божью любовь, и которое не чувствует. И столь различно решение суда любви Божией. По внешним нашим поступкам и делам мы не хуже этих бандитов. Мы и вовсе не бандиты. Но где мы будем, справа или слева? Оказывается, в ад идут не за то, что много нагрешили. Разбойник справа, Дисмос, много нагрешил. Почему же его в рай? Да еще так спешно, сегодня же будешь со мной в раю. Потому что сердце ощутило Божию любовь. Дорогие, если мы с вами будем на страшном суде осуждены и окажемся не с овцами, а с козлами, то не потому, что набедокурили, не потому, что натворили много плохих дел, а потому, что сердце наше оказалось чёрствым к любви Божией, не ощутило, не восприняло, не вздрогнуло, не взволновалось. Вот что такое Божий суд. Вот что такое предстать пред святостью Божией. Вот что такое предстать пред любовью Божией. Эти два случая со Стефаном и со Христом, где оба подсудимые, оба осуждены, оба на высшую меру, а по факту подсудимые судили, а судьи были осуждаемы. Но в этом мире судьи могли потирать руки, у них все как-то так здорово получилось. Хотя кто из них мог бы сам себя обмануть? И не мог ни один из тех судей этого сделать. Ведь это у них была пиррова победа. Тот греческий полководец, одержав победу, воскликнул: «Еще одна такая победа, и мы проиграли!» Потому что в этой победе слишком много он потерял своих. В этих земных победах зла мы слишком много теряем своего. Еще одна победа, и мы проиграли. Вот суд! И как тем во времена Стефана и Христа, так нам сейчас доводится ежедневно стоять пред святостью и любовью Божией, а потом будет финальный, конечный, последний день заседания этого суда. После дня Страшной Пятницы будет день Страшного Суда. Дай Бог, чтобы святость и любовь Божья и были тем единственным, к чему устремляется наше сердце. Если мы их узнаем как свое, то имеем обетование вечной жизни. А если нам это чуждо, то дальше и говорить не хочется.